Всем привет! Смотрим. Итак, это у нас точильный камень. Очевидно, что это керамика. И надо сказать, что, блин, ну это самый, наверное, бомбезный камень из тех, что прислал мне Александр. Не знаю, какой производитель сделал этот камень, либо в конце 19 века, либо в начале 20 века, но скорость работы потрясающая. Частота обработки поверхности. Ну, вы знаете, некоторые современные точильные камни уступят, наверное, все-таки этому камню по частоте обработки поверхности. Что это за камень, я понятия не имею. Ну, надеюсь, может быть, вы подскажете. Ну, сейчас я покажу, в чем его преимущество, да? В общем, сейчас у меня на предметном столе находится сталь S290 твердостью 70 единиц. И просто посмотрим, как это будет выглядеть. Так. Камень очень мягкий, камень пьет воду. Минусом, наверное, этого камня все-таки будет большая выработка. Но я еще раз говорю, вот был бы сейчас сет из точильных камней такого плана, да, то я бы его приобрел. Сами можете засечь скорость работы. Это S290, то есть сами понимаете, что если он жрет S290, то со всеми остальными сталями у него проблем, ну, у него проблем практически нет никаких. С концентратом Бандерайт данный точильный камень не засаливается. В данном случае была просто вода. Вот так он выглядит в суспензии. И вот эта вот суспензия, она и помогает, в принципе, в работе этому камню. Сейчас посмотрите на поверхность камня и на результат работы на стали N690. Если кому-то что-то известно, что это может быть, что это за производитель, прошу вас, напишите. Забыл добавить, значит, частота обрабатываемой поверхности примерно на уровне, наверное, 400-600 единиц по ФЕПа. Примерно вот так. Ну, Саш, вот зря ты, блин, его попилил. Ой, хорош, красавец. Мне больше нечего добавить. Я удивлен. Просто-напросто в хорошем смысле этого слова удивлен в плане того, что создается такое ощущение, что производитель хрен знает когда просто-напросто заложил вот этим камнем, да, он заложил возможность обработки современных сталей, понимаете? Причем современных легированных сталей. Вы извините, но S290, ну это конская сталь. Еще один точильный камень на опознание, да, ну, назовем его номер один. Что за кирпич нам неизвестно. Выглядит
выглядит он вот так. Сейчас мы с вами дойдем до 40-кратного увеличения и посмотрим на боковой распил. Еще раз повторюсь, если что-то кто-то знает, то ну, скажите. То есть мы даже в данный момент не знаем, водный, масляный камень, с чем работать, как, что. Ну вот. Вот у него поверхность. Если кто-то что-то видел подобное, что-то напоминает, пишите. Давайте боковой распил посмотрим. Вот это у нас боковой спил камня. И сейчас сделаем покрупнее его. Это у нас покрупнее. Боковой распил. Ну или срез. А это у нас работа точильного камня, ну, номер один. Скорее всего, да, действительно, это керамика. И причем не вакуум плотная керамика, а мягкий камень. Работает очень быстро. И вы знаете, он работает практически на всех сталях, вот абсолютно идентично, как и здесь на стали Берлер N690. Единственное, конечно, что на стали S290 скорость резко падает. Но с другой стороны, не знаю, великолепная скорость работы и однородность работы. Ну, можно отнести, наверное, соотнести, наверное, ну, где-то с 400-м, может быть, да, с 400-м точильным камнем, ну, например, вот от Андрея Гриндермана. Вот так у нас выглядит подвод. Нож сейчас режет очень агрессивно. Для кухни, в принципе, по-моему, больше не надо. Еще раз повторюсь, очень высокая скорость работы. Очень высокая. Ну и, соответственно, камень вырабатывается тоже довольно-таки серьезно. Хорош, мне понравилось.